Всем привет, это продолжение моей партии на восьмерых в Sid Meier's Civilization 6 на карте Архипелаги, где я играю за ацтеков против Америки, Индии, двух Греций, России, Польши и Конго. Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, ну или в описании к видео, ищите. Всегда лучше и интереснее смотреть с самого начала, а всем остальным приятного продолжения. Просмотра. Там послушай, конечно. Ну вот тебе ответ, да. Так, извините. Что так? Странная механика. Извините, я отходил, вы о чем? Что обсуждаете? Мы о караванах. Ну а что там с ними? Вот то, что без гавани нельзя отправить на другой берег, получается. Там индус не может свой город второй отправить караван. А вот интересно, что какая проблема с Пресловом и Торонто? Почему в них не уходят? Тебе получилось туда что-нибудь отправить? Нет. Ну, я только так же это могу объяснить. У меня с этой стороны нету прибрежных районов и городов, и поэтому типа нельзя. Только так. Ну, не совсем. Вот у меня есть Теотихуакан, да? Из него у меня без проблем в твой Вашингтон отправляется. А в Преслов и в Торонто нет. Причем, ну, как он как бы вроде нормально стоит. Я не вижу, где он, этот Техуакан. Он над Шочикалько вот этим. Да, да, да. Ну, потому что он, я так понимаю, на этом побережье стоит, поэтому и отправляется. А Преслов и Торонто на другом побережье, по сути. То есть на другом море. Ну, Преслов вообще на суше, а Торонто с другой стороны берега. А, да, кто там хотел со мной кофе торговать? У меня хлопок появился. Я могу, можешь мне кинуть. А кому кинуть? Индусу. Ну, на неиспользуемых клетках надо строить, потому что эти пустынные, вот для X-тополуки я тоже на пустынной клетке кампус буду строить. Апну во фрегат. Фаросский маяк. Слушайте, надо попробовать Дели захватить, мне так кажется. Я думаю, может получиться вполне.
Сейчас бы на архипелагах еще внутреннее море иметь. Это прекрасно. Она есть. Внутреннее озеро. Озеро? Или море? Озеро. Это у тебя внутреннее море? Вот это сторон-то? Да. Это внутренняя часть, туда нет заплыв. Причем там клеток очень много. То есть вот заменить их на сушу, это был бы полноценный материк. Таким пропиваемым. Ну, я решил попробовать. А вдруг? С кем? С индусом, с кем-то. А чем он такой-то тебе? Ну, каравелы. Много? Три штуки. Нет, пока каравелл вижу. Много, но у него Дели только с одной клетки атакуется, так что... А, тебе же еще граната войну объявила. Или ты с ним сразу замирился? О, кстати, мы с этим правилом-то играем? Мы миримся с ГГшками или не мирим? Ну, давайте договоримся. Давайте нет. Не, давайте, ну... Не миримся. То есть вообще, то когда ты заключишь мир с их сузереном? Или вообще никогда с ним не миримся? Короче, давайте проголосуем. Те, кто за то, чтобы можно сразу мириться, ставят плюсик. Те, за то, что можно мириться, только когда замиришься с сузереном, минусик. Ну, все понятно. Американец, а твой флот куда собирается с флотоводцем, с Раджендрой Чола во главе? Никуда, это ж мой пролив родной. Ну ты их там так собрал. Волнительно. Вот варвары копейщика мне привели для этого флота, видишь? Не зря собирал. Да ладно. Ты уже плывешь сюда фрегатами? Ну да, у меня тут были планы свои. Ну ладно, забирай. Индус, извини. Тут претенденты другие на твою столицу. Индус там забирают 100%? Грек 100% заберет. Если я не... Ну, как бы, у меня-то каравеллы просто, я думал, там буду пару ходов, то этот фрегатами точно заберет. Так, ребята, мне надо... Фрегатами, это ясное дело. Поднастроить тогда квадрирем. Блин. Надо было, конечно, тут карточку ставить на строительство квадрирем и быстрее строить.
Так, у меня пока одна получается. Так, значит, надо будет после этого выходить в арбалеты, чтобы отбиваться, скорее всего, от фрегатов Грека. Конга тоже фрегаты. Нет, так во фрегатах-то может быть и многие, но фрегаты конкретно есть только у тебя. Взяли некоторые уже, фрегаты есть. Вот у меня остались 20 промки, вообще нормально. 20? Ага. Это много. Да, 20 это как ну, кстати, это как неплохо, бы неплохо, да. Кого это вы считаете неплохо? Ну да. У меня меньше. У меня чуть больше. 25 у меня. Тоже у самое. Меня так же. Сейчас буду отступать, заодно посмотрю, какой там флот у Грека. Индус, строй стены. Что еще раз? Строй стены. Да, это понятно. А, ну хотя тут у Грека два фрегата. Но ну, тогда еще не факт. Они плывут еще под креп. А, нет, Дели пойдет, да. Странно. Я сначала увидел, что Дели обстрелен. Прошло секунд 15, и тогда только типа, что Копс объявляет войну. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Игра не требует вложения средств, и при достаточном умении и понимании механик игры, человек, который не вкладывает деньги, может достигнуть тех же успехов, что и донатер. Заходите на consolewar.ru, ссылка в описании, и не забудьте воспользоваться фразой «Лёша играет» для получения бонусов. Ладно, пока послов сохраняю. Американец, как насчет мира ходов на 15? Давай, никаких проблем. Кстати, в общем, до сих пор у меня караван не это... Не получается сменить. Ну, не заканчивается. А где он сам по себе у тебя находится? Ну, вот он из Дели в Агру ходит. То есть недалеко, да? Может, он кругосветное путешествие делает? Да нет, он плавает. А, я знаю, почему у него караван не ходит. Ему-то, у него караван дорогу проложил по утесам, забраться на них не может. Отличный новый баг. Вот не играли на архипелагах никогда, я не знаю, что такое баг есть. У меня просто корабль рядом стоит, я вижу, что он подплывает по утесам и разворачивается обратно. Отлично.
время принять понтон. Конка, кстати, походу неплохие места. Давайте, еще пожалуй, Стокгольм рядом. На античную республику поменяем. Где тут содержание? Интересно, сколько у кого на лоб? Действительно интересно. Русский. Мне кажется, что у Конга под сотку уже где-то. Русские предложения. Так, где тут карточка для ускорения? Нет, спасибо. Ну и так везде плюс 4. Нифига себе у русского. Ну, не зря к людей строят. Тогда Арчи, тебе предложение. Ну, уже конец года, не успею. Ну, в начале следующего. It's not the towering sails. Это Россия, ты потом корабликов настроил, да, агро взял потихоньку. Что-что? Я говорю, лодки понастрой, да, агро возьми. Ты мне сейчас... уже понастроен, на следующий ход эти корабль приплыву. Тут вот меня, я думаю, распилят. Я ему дурай сейчас возьму. С тремя арбалетами. Не, ну Конго шикарная территория. Ну это, кстати, вот минус архипелагов, что тут от старта все не просто очень зависит, а вообще, как бы, если ты появился не очень, то и вся игра у тебя будет не очень. Ну, не соглашусь. Вот у меня место неплохое относительно, но, блин, как бы расселиться только после... Расселяться я могу только после этого, после открытия судостроения. Что нам ты мешает? Хотя бы вообще расселяться можешь. Так, ну ладно, всем спасибо, удачи. Спасибо, всем спасибо. Удачи. Ну, давай, пока. Видите, индус был окружен горами, в смысле, закрыт горами от своего континента. Пошел дальше города. Индусы, что ли, захватывать?
Блять, что, он не наш как собрался? Олег. Я пока территории следую. Лёша, не дашь проплыть? Нет. А куда тебе надо проплыть? Ты там уже... Ну, как Мадабаду, да? Ну, ты его никак не захватишь. Да, он не на воде. Ну, построим что-нибудь. Не, давай его я захвачу. Так, разделим обязанности. Американец, подвинешь как галерки, типа, мне одну клетку еще проплыть надо. Американец. Блин, я гранату хочу захватить. Конго, слушай, мы дружим? Ты кто? Россия. Да, да. Давай на 15 ходов. Давай. Конго, давай тоже нет на 15 ходов. Нет, кто опять предлагает? Горго. Чё ты там, Лёша, я отходил. Подвинь галерку одну, мне ещё одну клетку подойти, да, спасибо. Ну, Конго, как насчёт мира? Кто там предлагал? Греция. Какая? Который Горго. Горго? Да. Давай. Everything has its limit. Iron ore cannot be educated into gold. Так, мне надо захватывать гранаду и Ахмадабад тогда. Раз такие дела. Так, тут надо лес вырубать. В общем, нужна еще один рабочий нужен. Я вроде все апнул. Ну, А, вот у меня парень, кстати, которым надо будет Ахмадабад захватывать. Так, отлично. Тогда вот здесь куплю рабочего. Олег, ну сейчас ты мне заберешь один город, а что потом? Не думал об этом? Может, ему только один город и нужен. Ты думал об этом? Да, слушайте, надо гранаду, Ахмадабад и Мадурай захватывать, и все. Давай только, Лёша, тогда побыстрее забираем, окей? Да.
Да. Ну так-то это не последний город. Ну, я к Агре уже подплыл. Есть еще. Знаете, да. Но Мадурай он тоже не сможет захватить. Агру я захватываю, ребят. Да, что-то русский там говорят. Нет, еще Мадурай есть. Ну, так я про Мадурай говорю, русский там что-то обещал сделать. Нет, Мадурай, он русский, разве может с Мадурай что-то сделать? Да, 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 я Мадурай забираю тремя арбалетниками и коню. Только мне их очень долго вести не могу. Так я его быстрее заберу, фрегатами. А, ты проплываешь туда? Конечно. Если он тебе сильно нужен. Ну что-то он очень далеко от тебя будет. Я просто ну, не иди, не захватывай. Я сейчас буду Ахмадабад, естественно, захватывать. Ахмадабад стены построил. Народ, я замечу, пока между не поговорить надо. Ну ты вроде не такой разговорчивый был. Смотрите, у меня уже все клетки, которые мог город обрабатывать, он обрабатывает. Следующих жителей надо уже будет, видимо, в этих сажать, в специалистов. Русский, ну мы ж про Агру вроде не говорили с тобой. Про что? Про Агру. Ну, она тебе сильно нужна. Вообще, индус, ну, может сказать, я сам ее отдал, и я к ней готовился. Слушай, ты про Мадурай вроде что-то говорил, а не про Агру. Он мне предложил Агру, а я ему сказал то, что Мадурай я заберу. Вот тут, видишь, уже и на Мадурай. Давай я могу договорить, если тебе зачем вообще Агру нужна? Ну, я могу тебе просто ресурс отдавать. Да. Ну, бесплатно. И кофе, и лис. Не поверишь, у меня и кофе, и лис есть. Without mathematics, there's nothing you can do. There are very honest people who do not think that they have had a bargain unless they have cheated a merchant. No, don't do this. Америка, сделка.
Блин, 15 ходов, ребята, бас. Офигеть. Восемь наземных боевых юнитов, но у меня их 4. Не, пожалуй, не буду больше строить. Я вот думаю, мне прям Ахмадабад атаковать или все-таки сначала гранаду захватить? Гранаду хотя бы каравеллами можно. А Ахмадабад. Мне надо апнуть арбалеты для начала. Normal people believe that. Два хода. Говорят, ты же понимаешь, что это бессмысленно. Я знаю, что это бессмысленно, но если я сейчас тебе хотя бы один город не снесу, мне можно просто сливать из игры. Наверное, не тебе бросать. Ну да, ну... Ну, извиняюсь. Вообще, в принципе, нормально. Даже без арбалетов можно будет взять. Поэтому, наверное, можно и гранаде объявить войну. Индия мне тут бесплатного поселенца привела. Прям одинокого, прям в мой город. Классно тебе. Жаль, у меня там юнита нет никого. Просто пришел вот в Нью-Йорк. По идее, не должны сейчас каравеллу убить.
Только я камень обработаю, потому что производства в этом городе вообще нету. Так, гавань, кампус. Отлично, это все есть. Давайте фрегат. I'd imagine the whole world as one big machine. Во-первых, не нашу, а твою. Ну, я тебе предлагаю такой вариант. Ты мне отдаешь агру? Или я тебе сжигаю Казань на следующий ход? Ну, объясни мне, зачем тебе агра? Ты хочешь упороться? Ну, я устрою, я теперь из-за тебя, зачем тебе я теперь из-за тебя тоже строю фрегаты. Вот смотри, сколько ты потерял, у нас армии сейчас сравнялись почти. Ну, точнее, скорость сравнивается. Ты принимаешь сделку мою или нет? Забирай агру, что я тебе могу сказать. Не, ну тогда с условием, что ты через 10 ходов ко мне не придешь воевать за нее. 15 ходов дружбы у нас максимум, по правилам. Можешь забирать Казань. Ты же сам предложил. Ну тогда это будет означать упарывание, которое ни мне, ни тебе не нужно. Я вообще через культуру играю. The four building blocks of the universe. In peace, one is despoiled by mercenaries. In war, by one's enemies. А то не возьму. А, кого они там?
Сколько караванов? Все ацтекские караваны плывут в Вашингтон? Ну, самые большие денег именно Вашингтон мне дает. На самом деле, я, может быть, и греку отправлял, но грек мне не дал ни одного своего города увидеть. Поэтому я не могу к нему ничего отправить. Грек, ты тут? Который не Арчи, который Блэка. Да? Давай мириться с тобой. А ты вообще кто? Я поляк. Ну а смысл мне мириться с тобой? Потому что ты ничего не сделаешь, я уже арбалетов настроил там. Ну да, я ничего не сделаю. И если я ничего делать не буду, то и так ничего не сделаю в этой игре. А смысл тогда, если ты будешь сейчас пытаться? А чего ты, Горго, не можешь на американца напасть? Так понимаешь, что американец у тебя город захватил? А так у него нету городов на побережье. Он уничтожил мои города, туда свои не поставил, но только один. Ну я поставил две. Но это только один Чикаго. А ну, на остальных местах не ставишь города. Ну, я и не буду на не своем побережье города ставить. Зачем?
Ну того, смысл, Грек, сейчас ты будешь нападать на меня, объясни. Но, а смысл мне тогда просто сидеть тупо? Сиди не тупо. Ну, я уже отстаю от развития. Вы там все уже ушли, а у меня науки заход меньше, чем у всех. Так же и культура. Я вообще ничего сделать не могу. Это значит, надо портить кому-то игру, что ли? Ну, я хочу захватить город, построить кампус и более-менее догнать вас. Понимаешь, у меня тут стоит 5 городов, так сказать, на этом берегу. Из них у меня 2 вообще не на побережье. Даже если ты захватишь один город, ты можешь вот этот максимум один город захватить. Ты его не сможешь удержать, потому что я его с земли отобью. Ну, можешь пробовать. Просто я вообще считаю это достаточно бессмысленно. Ну раз это бессмысленно, приди и вынеси меня. А мне ты не нужен. Ну вот и все. Просто в итоге сейчас ты меня затормозишь в развитии и сам затормозишься еще сильнее в развитии. А мне куда? Мне уже некуда тормозиться. То есть ты намеренно, получается, портишь мне игру, да? Ну потому я боюсь что... с тобой, что мне еще делать? Ну, можешь просто отдать мне один город, а потом уже пытаться его отбить. Где там желающий-то на Мадурай? Тут даже мой всадник уже туда приехать успел, пока выйдет. Ну, иди захватывай его, господи. Ну, у меня один всадник, он не захватывается. Ты мне все подгадил. Вот в итоге не Мадурай, не Агр. Кто подгадил? Я тебе подгадил, объясни. Yes. Ты забрал стольню грекам. Куда? Зачем тебе тагр нужна? Тем более, понимаю, больше ресурсы были. Тут ни производство, ни промп, ничего тут нет. Ну зачем ты туда? Если город для того, с него удобно да, на меня нападать потом. Зачем тебе, если нет ни производства, ни промки? Потому что этот город для меня важен в стратегическом плане. С него тебе будет удобно на меня нападать. Прям практически посередине, прям между двух моих островов. Не поверишь, я то же самое могу и про тебя сказать. Тебе с него будет удобно на меня нападать. Олег, а зачем ты мне рабочего привел? Мне он не нужен. А, ты мне подарок привел, да? Да. А, это типа твой будущий город, и чтобы я в нем клетки обработал? Нет. А какой лес? А зачем ты мне привел? Я думал, ты мне специально для этого. Ну а зачем? Такой, так сказать, вклад в будущее. А, приводи еще тогда. Я буду рад. The more science intervenes in warfare, the more will be the need for engineers in the field armies. In the late war, there were never enough sappers at any time. О, селитра круто. Селитра есть. We shall not cease from exploration. А давай вот так сделаем. Это +2 к жилью, к скорости на другом континенте.
Вот и отлично. Поселенцы плюс 2 влияния. Уничтожение. Ну, в принципе, было бы неплохо, но не сейчас пока. Давайте культуру и науку от международных торговых путей. У меня их много. Правда, это не совсем уже прям офигенный бонус, честно говоря. Там не так уж и много дается. Так, ну надо брать уже гранату. Захват и юнит на ход дольше строится. Слушай, гранада и так была моим союзником. Так что тут я не думаю, что тебе стоит на что-то пенять. Ну как, надо пожаловаться, я считаю. Строился один ход, а теперь два. Этой гранаты нету. Ничего, никаких ресурсов вменяемых. Да хватит динь-динькать. Фрегат построил. Конга, ты не хочешь поговорить с греком? Не, зачем? Ну смотри, ты можешь, во-первых, освободить Махеджи Даро. Он тебе сразу будет союзником. Отличный бонус у тебя будет просто. У тебя армия большая, у тебя есть фрегаты. Не, наземный акт хорош. Так у меня есть, конечно, чем, но... Ну смысл мне нападать? Так и сирия. Арчи предложение. Так я что-то отказался. Так я тогда буду дольше этот Ахмадабад забирать. Ну я тебя ссылка за самое, ты мне что сказал? В смысле? А ты мир заключил с этим, с индусом, что ли? Стой, погоди, вопрос к России. Ты что, до сих пор с ним воюешь? А только на этом ходу мог мир заключить. А что такое? На этот... Слушай, мы с тобой уже вроде все договорились, что такое. Я просто не буду нападать на тебя 15 ходов. Ну да, нет, ладно, хрен с ним. Я просто думаю, если вы будете воевать... Мы уже не воюем. Мы вообще-то не воюем. Ну, пиши, сколько дружбы. Ну что, сейчас еще пойдет... Давай на сотого хода дружбы. На меня? 14 пойдет. Грек. Арчи, слышишь? Ну, напиши, я немножко, если не трудно.
Грек, ну хватит страдать ерунда, одумайся. Давай будем друзьями с тобой хорошими. А, Грек. Давай ты мне БГ сейчас дашь и расходимся. А смысл у тебя БГ, что там нет ни одного района? Ну, он я построю тут... кампус, ну чё, мне-то нормально будет. Тем более, Будгиш атакуется с одной клетки с моря. Там население всего 4. Ну ладно. Да ладно. Не сдох. Не, ну мне жалко этот гуд. Ты говоришь, что он такой плохой, а мне давать его не хочешь. Ну а почему я тебе должен его просто так отдавать? Можешь мне отдавать, но тогда я буду с тобой воевать, пока я его не захочу. Надо идти ту область спатрулировать. Блин, как мне достал уже этот Ганди. Короче, русский, у меня есть предложение. Я собираюсь ставить города на северном, скажем так, на северной части своего континента. Если гарантируешь защиту им от любого посягательства, то, соответственно, я впишусь в тебя и начнем грека петушить. Так ты петух? Защиту какого плана ты имеешь в виду? Арчи, что это за оскорбление сейчас было? Петушить. Ну, то есть ты считаешь, называть другого человека петухом – это норм? Ладно, я не обещаю. Короче, защита – это означает, что города, которые я построю, ну, видишь, мое северное побережье, я собираюсь туда города поставить. Соответственно, если защитишь их, ну, обязуешься хотя бы до конца игры на них не нападать, то я тебе помогу с греком. А, вот это хорошо, потому что защитить армию не буду около тебя водить там для защиты твоих городов. Мне бы с вами защитить. Я не воюю с русскими. С чего ты взял, Конго? У нас был маленький конфликт, мы его решили. Ну, через 15 ходов, я так понимаю, что повторится все. Я смотрю, он как-то подозрительно ко мне ведет войска, и мне что-то мне это очень-очень не нравится. Ну вот, с тобой пакт можем заключить. Ты смотри, тебе главное 15 ходов отбейся, и все, я армию потихоньку строю. Так. Надо бы мне под этот шумок тогда будет Дели захватить, видимо. Он меня не захватит, у меня уже давно выучен этот, как вот, строительный инженер. Скоро будет национализм, так что можно что-нибудь придумать. Сколько там культуры у человека? У нас в России довольно не кислая культура. Просто у него на 3 больше, чем у меня. Вот это все, по полтиннику. У нас в России, просто у меня 50, у России 55. Почти 60. Просто я вот смотрю, где строительная инженерия, где я, и что-то я не вижу, чтобы это было рядом. Пятьдесят пять культуры, и он так далеко. В общем, русский, ты как? Согласен, конечно. Но это означает еще защита от второго. Конго. Русский, послушай, да я могу тебе кое-что сказать? Тут как бы нет научной победы, ты обязуешься с ними воевать до конца игры. Ты хорошо подумал? Нет, во-первых, мы говорили про два верхних города, вы себе. То я не буду на них поселяться. Так, это я что-то не понял.
просто на два города, которые я сейчас построю, просто их не забирает, все, защита, говоря. Остальные города, ну, как бы, они в договор не входят, он может в любой момент там высадиться где-нибудь десантом или танком, захватить другие города. Вот и все. Такой договор интересный. Так, ну наконец-то. Надо было сразу на гранаду идти, а не на Ахмадабад. Я немножко затупил. Так, а вообще полковой этот флотоводец будет вообще когда-нибудь? Блин, надо было сейчас флотоводец. Хотя плюс 50% к бонусу. На этом пока все. Зайдите на сайт consolewar.ru и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.